Приветствую. Чуток новостей. С экшн-камерой я тут не стал заморачиваться. Почему? Потому что она реально мешается и не дает работать вообще никак. То есть тут надо реально какой-то... В общем, неудобно. Ладно, не об этом. Я о клиночках. Помните, я вам показывал в прошлом видео вот эти клиночки, которые были грубо ободраны. Вот сейчас у них уже грубая шлифовка прошла. Грубая шлифовка — это то есть... Снял... Где ж трескость-то? А? Что ж такое-то? Во! Основную часть металла по лезвиям. Вот сейчас они такие. Это самая узкая. Сейчас там будет еще много-много шлифовки, она еще сделается тоньше, еще глаже и так далее, и так далее. Это вот самая грубая такая еще. Вот. Где же резкость? Давайте найдем все-таки резкость. Вот где-то тут она вроде. Вот. Вот так вот это выглядит. Не знаю, вроде видать. Уже начинает подпевать. Ну, кстати, это не факт, что так все вот прямо все гладко пойдет и все это выйдет. Почему? Потому что 1/2 Alpha Low — это такая вещь, что там брак может быть в любой момент. И я выброшу сразу. Поэтому, может быть, на некоторые лезвия мы смотрим в первый, как говорится, в последний раз. Вот как-то так. Вот. Уже, да, уже запивать начинают. Ух ты, как резко сама наводится. Обалдеть. Вот видите, наверное, сейчас вот 1/2. Ну что ж, сейчас буду продолжать работу. Дальше вышлифовывать все это дело. Мне как-то, кстати, по телефону позвонил один, я так понял, человек, который связан с ножами как-то. Не знаю, делает их, он не делает, и говорит: ну, клин, я же ножи клин делаю, ничего такого сложного там нет, в принципе, клин и клин. И, блин, говорю, ножевой клин и бритвенный клин — разные клины. То есть, совершенно разные вещи. Я говорю, вот сделаешь, когда клин бритвенный, скажешь мне, вот, мол, фигня. И тогда, да, тогда я могу тут уже где-то поспорить, где-то согласиться, что-то как-то... Вот, бритвенный клин — это другой клин, это не ножевой, совершенно. И обычная сталь, даже тот же прокат, даже та же там любая порошковая, тем более, она начнет сыпаться просто, если вы сделаете клин бритвенный. Также с этими лезвиями. Будет обычная сталь или какая-то обычная ковка, самая обыкновенная, то вот этот лепесток, вот этот вот, он максимум до такого доживет. И вряд ли даже. У меня не доживал, кстати. У меня уже начало разваливаться. Поэтому сталь подбирается всегда к изделию. То есть изначально рассчитываешь, какая должна быть сталь, а потом уже начинаешь только из нее изготавливать. Почему я всегда говорю, что из просто стали, вот вы сделали бы простых бы бритвок, таких прям совсем бюджетных, что прям по китайским ценам там по 600, там по 800, сколько у них там рублей, по 1200, вот так вот бы сделали бы. Да не проблема, бы, но я вам не бритву сделаю. Я вам сделаю ножи, они вам нужны. Поэтому приходится идти более сложными путями, более дорогими путями, но изготавливать бритвы. Ну ладно, что-то я расслабился. В общем, пойду я дальше шлифовать. И... Что, если будет, приклею к этому видео, к следующему видео. Так,
Еще два перехода шлифовки пройдены. Думаю, наверное, не стоит показывать каждый переход, тем более даже каждые два. Более-менее по готовности. Сейчас еще будет раз, два, три, четыре перехода. И, в принципе, можно их под протраву готовить. Есть, конечно, уже неприятные моменты. О, как. Вот так вот. Уже видно, наверное, что лезвия еще более тонкие. Так, а неприятности вот у этого. Хотя он звянкает и, наверное, даже брить будет. Но, смотрите сами. Это моя ошибка. Я при проковке какого-то одного слоя, всего лишь одного слоя, допустил. Это вот ни о чем. Вот ямка. Она, конечно, не сыграет тут никакой роли. А вот на стрие... Хотя... Нет, наверное. Кирдык. Или скроить придется ее, или на распродажу, что, скорее всего, второе. Вот. Это все еще грубая шлифовка идет, конечно, но вот уже первое проявление брака. По моей же, прям вот вине, по собственной. А. Как тут сделать вот так? Вот так вот. Так, моделька-то, в принципе, одна и та же. Сталь одна и та же, но здесь и придраться-то не к чему. Все хорошо. В общем, где-то я умудрился. Вот сейчас скажу. Вот в этих вот бритвах, в лезвиях, в смысле, 2400 слоев. 2600 и 2600 слоев. Почти равные по количеству слоев, но одно лезвие все-таки меня расстраивает, конечно. Но сами думайте, 1012,5 где-то 13 тысячам заготовка. Вот. Или в мусорку пойдет, или на распродажу. Вот так вот. Была бы это листоушка, сталь, я бы даже не задумывался. Просто мусорку бы сыпал, да и все. Вот это моя любимая классика. Еще позвонче стало. И тоже начала уже петь, не то что подпевать. Резко что-то сама плавать не взялась. Ну, надеюсь, это все видно. Вот, наверное. Нет, опять не видно. Ладно. В общем, покажу, что получится. И сейчас еще 4 перехода шлифовки пройдусь. Это только по лезвиям. И... Там еще много шлифовки будет такой, но уже мелкой, но все же муторной. Это вот обушки надо будет выровнять, там все это закруглить, зашлифовать, заполировать. Плоскости, переходы тут туда-сюда. И травить. И посмотрим, что останется в итоге. Потому что может кто-то еще выйдет из строя. При той же счет шлифовки, при той же протравке, когда будет вот шлифанешь, все идеально, а протравишь, до свидания. Стихами заговорил. Так что
Посмотрим, сколько еще выживет. Но пока что вот полноценных 4 уже. Минус 1. Один игрок из игры выходит. Жалко, конечно, жалко. Много денежков он стоил. Заготовки даже. Дын-дын. Ладно. Работаем дальше. А там посмотрим, покажу, что осталось, что нет. Вот. Продолжение следует. То есть, шумен, я понял, вообще никакой. Не даже такие видео, как вот это, снимать напряжно, если честно. Как-то, ну, не знаю, это работа такая, что работаешь как-то как в ударе. То есть, вот оно подхватилось и пошло в дело. Тормознулся, все, как будто настройка, как говорится, сбивается. Поэтому показываю уже готовые клиночки. Да, ради интереса засек. А сколько протравка длится? 5 штук. Что удивило, ровно. Прям причем вот даже там, ну, плюс-минус минута 2. Вот так вот. Ровно 3 часа. 3 часа шла протрава. Ну что ж, начнем с того, который хотел уйти от нас, но обещал вернуться. Вот он. В общем, подумал. Тут была, вот в этом месте вот была, прямо тут. А, не проварочка легкая. Короче говоря, я так подумал. Ну, вывешу я его за пару штук. Десятка в минусе. Печально. Во-вторых, кто-то ее возьмет, будет мучиться с той полосой, которая была. Думаю, зачем? Он заточить нормально не сможет. Переточить проблемно очень. Даже для меня проблемно переточить уже выведенное лезвие. То есть я просто взял его, обломил. Где он обломится, там обломится. Там, значит, ему и нужно это сделать. И перетачивал головку заново. То еще занятие, я вам скажу. Так что я решил не создавать ни себе, ни людям проблем. И сделал вот такой вот клиночек. Укороченный. Вот как-то так. То есть он будет вот так вот, если... Нет, вот оно как получается. В общем, тут надо... Я когда шаблон оправы такой стандартный более-менее вставлял, я смотрел, где должно быть отверстие. То есть я хотел сначала его сделать вот тут отверстие. Потом попробовал, в руке будет вообще неудобно, поэтому пришлось его сдвинуть на это место. Ближе к хвосту и... То есть выгадал максимальное удобное положение. Дальше. У всех 5 клинков обушки закруглил. Закруглил так, чтобы вообще просто вот вообще переходов никаких не было. Это я не просто так сделал. Просто мне один раз, один человек сказал это как-то в укор, я бы так даже сказал, что мол, вот, мол, ремень царапает. Он, конечно, меня крепко удивил. Ну, сами понимаете, чтобы ремень не царапать, тут надо что-то такое неимоверное. Ну, в общем, звучит нереально, нереалистично, но делать не в этом. Сказал, я учел, сделал, все, теперь есть полностью кругляк. Стопудовый. Я, как всегда говорю, прислушиваюсь к мнениям, пожеланиям заказчиков, даже не заказчиков, то есть все равно прислушиваюсь. Тут то же самое. А, забыл показать. Многим это интересно. О, как даже получается показать. А так что-то не видно. Да, игра есть, но, видимо, для видео это слишком большой запрос сделал. Вот, тоже закруглено все. Я говорю, у всех 5 штук.
насечка вверху. Хорошая, хорошая, цепляющая такая, цепляющая. Всегда вывожу сюда вот чуть-чуть, чтобы прям какой-то вот десятка-две было чуть толще на заточку, что будет уходить. Ну, уходит в заточку, и больше его, как говорится, никто не видит, этот подвод. Это специально так задумано, чтобы заточка была более ровная. Ух ты, как у меня сегодня красиво все получается показать-то. Вот, наверное, видно, вот. Вот это место, оно чуть-чуть толще. Это я специально так делаю, чтобы жесткость оставалась еще. В общем, хрустящие будут при бритье. Будете бриться, она будет так похрустывать. Похрустывать, то есть. Дальше. Этот узкий. Тоже все закруглено. Как я научился с резкостью-то прям подружился, можно так сказать. А, не дочистил. Ну, сейчас зачистим. Вот. А, нет, есть. Хотел сказать, нахвалился тут с резкостью-то. Она убежала. Как обещал, тонкие подводы, полотен. Лепесток, чтобы был тончайшим. Ну, из-за короткой, то есть ширина небольшая, поэтому звон короткий и звонкий. Моя любимая моделька. Да не только моя. Многим уже успела влюбиться в эту модель. Классическая. А, так у меня этот фонарик тут такой отблеск дает. Я думаю, что-то странно. Хотя, царапается маленько уже. Вот так вот. Ну, тут я провел немного художественного бреда. Это можно так, наверное, назвать. Художественный бред. Но все равно как-то уже не скучно, да? Латунью покрыл, пускай тонкий слой, но все же. Она как-то веселей, риска такая, как по мне. Так, пробуем. Угу. Вроде как получается показать. Если вот так, так уже не выходит, вот так хотя бы. Ну, самая звонкая моделька. Это модель еще здорово зависит. Какая моделька? Ну, то же самое. Надо дочищать, маленькая недочищенная. И еще один клиночек. Той же самой народной, как говорится, уже модели. Кажется, что это медленно делаю, но на видео это будет нормально, я считаю. Я всегда помню, что я как раньше делал, крутил, вертел, поэтому... Тут тоже вот художественный бред, но в другом исполнении. Ну, скучно стало смотреть просто на бушок закругленный. Решил придать индивидуальности. Да, вроде как видно. Можно было еще больше вот сюда выбрать, чтобы прям вообще вот этот тонкий лепесток сам, что-то у меня резкость пропадает. То есть, вот, чтобы вообще вот отсюда прям вот отсюда начинался. Ну, там шлифовок еще, переходов 7. Цена подпрыгнет конкретно. А в бритье это ничем не поможет. Но все же, как вариант, существует. Все.
Больше сказать нечего. По поводу оправ, вы уже в курсе, наверное, смотрели видео. Эбен будет, сейчас у меня где-то записано, я не помню название. Зирикот. Эбен, вот этот Зирикот. Такая хорошая вещь вообще тоже. Но Эбен, конечно, вообще штука прям такая тяжеленькая, хорошая. Я говорю, как алюминий по ощущениям. И вот, протереть надо. То есть вот такой вот искусственный камень будет. В общем, все будет. Стараюсь на каждую бритву разный материал поставить. Наверное, так. Хотя это неудобно, но пусть будет так. Осталось только нарисовать оправы, а я их буду рисовать. Потому что вот к этим, вот, допустим, вот, да и к этим тоже есть стандартные варианты, но стандартные варианты, он опять скучен, и поэтому хочу что-то такое, эдакое нарисовать, чтобы прям так цепляло, что прям какое-то. Ну вот все. На этом все мои новости. Дальше, если что покажу, только уже это, наверное, или в готовом состоянии, близко к готовому. Что дальше у меня, какое желание еще есть, что сделать? Вот хотел бы сделать такие же вот бритвы, только шире, наполовину еще шире. Но у меня заготовок сейчас таких нет. Ну как нет? Есть вот такие вот. Но ширина не намного больше. Но можно выкроить все-таки. Тоже такой же Дамаск 2600. Может, что-то и придумаю из этого. Не знаю, пока не буду так далеко загадывать. Все, с новостями все. Приклею это к предыдущим видео.